Надоели обычные простые завтраки, ну как я вас понимаю. Предлагаю приготовить сегодня слоеный омлет с колбасками и вялеными томатами. Для этого нам понадобятся сливки, сыр моцарелла, колбаски, сливочное масло, яйцо и вяленые томаты. Ну что ж, начнем вяленые томаты. Сейчас мы их порежем. Кстати, я вяленые томаты делаю сам в духовке из наших белорусских помидор, потому что не всегда в продаже имеются именно вкусные вяленые томаты. Представляете, брускетта поджарил туда, положил туда. В общем, разнообразие блюд гарантировано. Далее берем сыр, у нас моцарелла, и натираем, как всегда, его на терочке. Далее у нас на очереди колбаски, нарезаем их кружочками. Итак, осталось только взбить яйца. Поехали. Немножко соли. Немного молотого перца. И все это дело взбиваем. Забыл добавить сливки. Разогреваем нашу сковородочку и еще чуть-чуть будем взбивать до пенки. Теперь, внимание, сливочное масло на сковородочку. Дальше наша задача сделать блин. Все правильно. Яичный блин, я его так назову. И на одну половинку выкладываем сыр. Так, далее попробуем закрыть наш... Ничего себе, смотрите, какая красота! Так, теперь кладем сюда колбаски, в нашу часть, которую мы только что подготовили. Теперь той частью с сыром мы накрыли наши колбаски сверху, чтобы получился такой вот многослойность, как говорят дизайнеры, многослойность только у нас в готовке. Теперь также мы еще один делаем вариант. Наливаем еще омлет и будем добавлять вяленые томаты. Я предлагаю, у нас еще сыр, положить еще сыра сюда. Ну, красота же! Теперь большим накрываем маленький. Как всегда, лето, красота, зелень с грядочки. Не забываем про это дело. Всегда это добавит некого шарма. Давайте же скорее пробовать. Я представляю, как вы проголодались, а как я проголодался. Ой. Поехали. И я не распробовал. Дайте больше моцареллы. Вот хочется больше ее, чтобы... И колбаски. Вот это лето. Вот это называется вкусное лето. Все, как я люблю. Быстро, сытно и по-холостяцки. Наверняка, друзья, среди вас есть тот, кто готовит лучше, чем я. Я приглашаю тебя к себе на кухню на 5-й сезон шоу «Народный повар». Приходи и докажи, что ты лучший. Отправляй заявку на повар-собака-онт.by. Я лично выберу тебя.
Ну что, на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Друзья, готовьте с удовольствием, готовьте вкусно, ведь это лето, оно одно такое будет. Всего самого доброго. С вами был Герман Титов. Пока.